Вот эта женщина хотела схватить меня. Сейчас она... Ага, вот смотрите. Неадекватно себя ведет. Ей надо предоставить разрешение на съемку. Сейчас мы почитаем тут что. Как вторжение в частную собственность, ты получишь за это сейчас. Понимаешь? Вот это что такое? Вот эта женщина на меня нападала. Больной человек. Больной. Прежде чем зайти на территорию, он должен спросить. У кого я должен? Где такое написано? Вон там правление, где написано. Там такого не написано. Там, да? Обратись к председателю, она тебе сейчас сразу все. Это ваш такой закон такой. Это наш закон. Здесь именно вот здесь на этой территории. Частная собственность. Вы не имеете права сюда заходить. Это частная собственность. Потом, по-моему, это садовое товарищество. А не частная собственность. Уже СНГ это частная собственность. Это товарищество. Какое СНГ? Вы знаете, когда было товарищество? Уже 5 лет назад. Это СНТ. Это уже частная собственность. Вы не имеете права. То есть вы сами в частную собственность садовое товарищество переименовали. А зачем вы меня хватали? А потому на каком что, основании мне на хватает? На каком основании? Потому что вы должны вот зайти меня и спросить. А вот у меня даже свидетель. Я зашел, никого не хватало. У меня свидетель. Вы когда сюда приехали, поставили велосипед. Правильно? Вы поставили велосипед. Правильно. Я вас спросила, молодой человек, вы куда идете? И вы что? Мне гуляю. Ничего не ответили. Гуляешь? Гуляй вон на той территории. Но не у нас здесь вы на собственности. Сказали, здесь нельзя гулять. А я фотографирую заброшенные участки. Не говорил такого. Вы сказали... Да, у вас много заброшенных участков. И идешь фотографировать. Мне не нужны, я хотел сказать, что я хочу купить здесь. Я не сказал, что я что-то фотографирую. Прежде чем купить, вы должны подойти к председателю и спросить, у вас продаются огороды или нет? Ну, я решил сам посмотреть. У вас есть продажи огороды или нет? Это не снимает с вас ответственность, что вы меня хватали. Хотели скинуть с велосипеда. Или же вы... Никто вас не хватал бы, потому что поехали, вам сказали, что нельзя. Вы поехали туда, я сказала, там ворота, там закрыто. Вы развернулись и поехали туда. Зачем? Вы шли и проверяли огороды. Вы фотографировали огороды для чего? Не брошенные. Алло, Татьяна Викторовна, вот он стоит, сейчас и фотографирует. Вот стоит, я, говорит, здесь гуляю. Ну, здесь не парк, во-первых. А у меня телефон не фотографируется. Вот. А вызовите милицию. Сумасшедшие. Я здесь, я напишу заявление. У меня здесь свидетель даже есть. Угу. Мы напишем заявление на него, и пусть разбираются. А если он хочет, пусть он даже здесь остается. Вот он здесь стоит и снимает меня. Зачем я с вами сумасшедшими? У меня других дел полно. А вы не сумасшедший? Вы нападаете на людей. Я не нападаю. У меня свидетель, я не нападаю, я вас спросила. Вы сумасшедшие. Такие вот дела. Нападают, вон смотрите, хотят напасть. Я уж боюсь. Бегут у них там вилы. Я прям боюсь. Лопаты. Это, говорит, наша собственность. Садовое товарищество сделали собственность. Все это происходит вот здесь вот. Вот написано. Проезд открыт. Все. Вот. Садовое товарищество. Все. Никакого пропускного режима тут нет и не существовало никогда. Вот рейсовый автобус. Ведется наблюдение. Вот сельсовет. Это, говорит, наша частная собственность. Стали нападать. Вот так вот женщина. Это, говорит, наша частная собственность. Вот так вот. Садовое товарищество. Три бабушки в частной собственности сделали.
Так что будьте внимательны.